Когда вы в первый раз в новом году едете на рыбалку или просто отдохнуть на лоне природы и замечаете автомобильные следы в засохшей грязи, да еще там, где им не место, возникал ли перед вами вопрос, кто прокладывает эти лесные тропы и почему дорога, по которой вы пытаетесь проехать к берегу, вдруг резко упирается в непреодолимый холм? Такая мысль не раз посещала и меня. Ответ на этот вопрос я получил. Организовал, собрал данное мероприятие. Да, у нас есть группа ВКонтакте «Балаково 4×4». Идея создания группы возникла как-то сама по себе, потому что мы знали друг друга очень узким кругом, но видели машину подготовленного уровня, но не были знакомы. Вот, мы объединяемся, соединяем новых людей, знакомимся между собой, организовываем покатушки, выезды, пытаемся улучшить свои транспортные средства, автомобили. То есть ставим колеса увеличенного диаметра, усиливаем их, подготавливаем. Также это идет проверка собственных сил, на что ты способен, нежели автомобиль. То есть застрять где-то в одиночку и вылезти – вот это испытание. Скорее всего, это такое увлечение, а у кого-то состояние души. Насчет состояния души Максим действительно попал в точку. Этот увлеченный человек напомнил мне о моем астраханском друге Александре Александрове. В нем, как и в этих мужчинах, тоже течет не кровь, а посол и масло. И это видно невооруженным взглядом. Дети тоже не отстают от своих отцов и с измальства проявляют интерес к технике. Надо отметить, что эти люди не ищут дорогу, они их прокладывают. И чем сложнее выбранный путь, тем больше адреналина. Участвуем в районе 5 лет на разных соревнованиях в разных областях. Ну, у меня есть свое СТО, GP Motors, как бы там, благодаря моим механикам и себе, как бы мы потихонечку машину делаем. Соревнований много как бы проходит. Так основные, если последние из больших, это чемпионат трех регионов. Это получается Пенза, Мордовия и Ульяновск. В том году мы заняли второе место. Ну, здесь постоянный как раз адреналин. Грубо говоря, по сравнению с другим видом спорта, где то есть, бывает моментальный выплеск адреналина, здесь он постоянный. Когда едешь там по тяжелой трассе, по тяжелому бездорожью, постоянно возникают такие моменты, где адреналин выделяется в крови. Знаете, да, даже бывает так, то есть приезжаешь в лагерь, начинаешь осмысливать, что ты делал, вот, какие как бы засадные места были, и бывает потрясывает, да. Понимаешь, что могло быть совсем не так, как это случилось. Да, это опасный спорт. Любой спорт, связанный с техническим, он всегда был опасный. Либо это быстрые скорости, либо где-то какие-то вот засадные места, где возможно, что что-то случилось. Да, как ваша семья относится к вашему увлечению? Скажем так, сносно, сносно.
Максимом я проехал всю трассу в качестве пассажира. Впечатлений хватило надолго. Это и промокшие до состояния аквариума ботинки, и заляпанная грязью камера. Но больше всего отзывались приятной нежностью стертые позвоночные диски. При всем многообразии казавшихся минусов, езда по бездорожью доставила огромное удовольствие. Даже не находясь за рулем, некоторые моменты заставляли мой организм регулярно плескать адреналин в кровь. В итоге, проведя неполный день с этими, казалось бы, сумасшедшими людьми, желание бороздить грязевые просторы нашей необъятной родины перекинулось и на меня. Так кто они? Люди, увлеченные идеей, общим делом. Конечно. Но ощущение того, что ты находишься среди одной большой семьи, меня не покидало.